Добрый день, друзья! Как хорошо в осенний, теплый или холодный день посидеть около печи, камина или костра, погреться, выпить чашечку чая и что-то приготовить вкусное. Сегодня я хочу поговорить о тыкве. Так как приближается Хэллоуин, и люди на Хэллоуин готовят блюда из тыквы, и я хочу приготовить блюда из тыквы. Вы знаете, что тыква содержит в 5 раз больше кератина, а кератин превращается в витамин А, а витамин А очень полезен для зрения. Тыква влияет на действие половой системы у мужчин. Действие семечек тыквы влияет на раковые клетки и убивает их. Ешьте тыкву, и будет вам счастье и здоровье, друзья! Не ждали? Тут речь идет о Хэллоуине? Тогда я тут. Поколдуем? Берем тыкву. С помощью волшебства тыква очистилась, получилась мякоть. Сейчас будем ее варить. Насыпаем в котелок мякоть тыквы. Заливаем чудо водичкой. А вот и креветки, наши хвостатые и ракообразные. Как же они хороши и полезны. В них очень много цинка, волосы не будут выпадать. Много йода, это сказывается на щитовидке. Много кальция, кальций укрепит ваши кости. Магния, фосфора, витамина D. Готово. Креветки очищены. Приступим к овощам. Нам нужны морковь и лук. Лук, морковь мы будем мелко резать. Морковь и лук готово. Будем теперь их обжаривать на сковороде, очень горячей, на растительном масле. Я лошадный кошмар под тахтой, зубастый, глазастый и страшен собой. Я хранюсь под ступенями днем, а выползаю во тьме пауком. Thank you.
кладем лук и морковь в котелок. Тыкву поварили, теперь будем взбивать ее блендером в нежное пюре. Вливаем 200 мл 20% сливок. Продолжаем взбивать. Кладем специи. Соль, имбирь, мускатный орех. Креветки отварю 5 минут в кипятке и потом кладу их в суп. Суп готов. Подаем к столу. Наливаю его в формочку из маленькой тыквы, предварительно вынув мякоть волшебной палочкой. Сверху можно посыпать сухариками с чесноком. Это очень вкусный супчик. Советую вам его приготовить. Вам было страшно или интересно? Вам понравился мой рецепт супа? А само волшебство? Если да, то ставьте лайки. Впереди вас ждет еще 2 интересных ролика про Хэллоуин и 2 блюда. Не пропустите их. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И ждите новинку. А сегодня я испаряюсь. До новых видео, друзья!